старший сейчас пойдет в 4 класс, младший вот только в 1 пойдет. А Евгений вам рассказывал по поводу школ, детских садов, где что? Нет, он пока еще ничего не рассказывал, но просто я ему не говорила насчет детей. Пока-пока. Они как бы сюда переезжать не собираются. Мы собираемся покупать в их собственность это жилье. Вот, то есть... Вы как бы будете планировать на себя, да, самостоятельно проживать здесь?